Меч Карагулби, оружие Сеть Батыра, Камча, героя Советского Союза Идриса Ургенчбаева. Эти и многие другие уникальные вещи выставили в Актюбинском историко-краеведческом музее. Ценные экспонаты привезли из хранилищ Шалкарского районного музея. В нем более 10 тысяч исторических материалов и археологических находок. Благодаря акции «След в истории» актюбинцы и гости города смогут увидеть самые интересные из них. Мы привезли инструменты мастера зергера Кенеса Орынбаева, немного старинной посуды со святых мест. Фонд районного музея активно пополняется благодаря местным жителям. Они многое приносят, наиболее ценные мы выкупаем. У нас есть такая возможность.